Если после двух майданов, если честно сказать, готовить людей ассоциировалось все с хаосом, какими-то разборками, беспорядками, а запретил еще больше кражи, еще больше коррупции, еще больше воровства, то наша новая волна, наше новое движение, наше новое стремление, наша новая политика, наше новое волеизъявление, наша новая воля в первую очередь принесет Украине настоящую свободу и настоящий порядок. Порядок для каждого украинца, порядок для наших детей, порядок, который превратит Украину в самую привлекательную, самую интересную, самую быструю развивающую страну и Европы, и мира. Я в этом совершенно уверен. Слава Украине! Спасибо большое! Шапки потеряли.